Семья Рангуловых установила мировой рекорд. 26 лет и 270 дней – это наибольшая разница в возрасте между последовательными братом и сестрой Лейсан и Раулем Рангуловыми. Их родителями являются Хасан Рангулов и Елена Чагадаева. Сегодня в торжественной обстановке они чествовали врача-гинеколога Александра Макарова, который и принимал роды. Ему вручили благодарственные письма и медали. Всевышний отправил вас нам в помощь. И наши дети родились в Тобольске, в старом родильном доме, в районе Белгарики и в перинатальном центре. Рекорд зарегистрирован в Международном агентстве регистрации рекордов «Интеррекорд», а еще в реестре и книге рекордов России. Вы совершили большой подвиг. Поверьте мне, как врачу, через такой промежуток времени не каждый проходит, даже не в плане рождения, а вынашивания. Вы большая молодец. Мы ждали почти 27 лет, и было огромное счастье. Альхамдулилля, было огромное счастье. И с Божьей помощью 2 февраля 2017 года родился наш сын, второй ребенок. Родители отмечают, что сын родился в день воинской славы, а старшая дочь появилась на свет 9 мая 1990 года, в День Победы.